О, да! Ладно, мужики, круг сужается к гадке. Да-да-да. Я здесь видел отряд врагов, поэтому нам нужно поменьше привлекать внимание. Да-да, точно, я понял. Я не думаю, что нам стоит идти через хребет, потому что они могут нас там поджидать. Было бы лучше обойти вокруг или что-то типа того. Может, стоит обойти слева и попробовать разобраться с ними оттуда? Yeah. Может, нам с тобой лучше остаться на хребте, потому что у нас прицелы, и присмотрим за этими ребятами. Да, звучит неплохо. Я займу позицию, потому что у меня М249, логично же звучит? Yeah. Все нормально, yeah. Поехали. Двигаемся. Пошли. Черт, противники на возвышенности! Контакт! Обходят! Они сзади! Спина в спине! Вы еще остались? О, господи, мы всех убили. Я думаю, мы всех убили. О, боже. Ну, мы молодцы. О, чуваки, такой лютый замес. О, это было шикарно. Очень реалистично, очень реалистично. Реалистично. Вот люблю я такие тонкости, знаешь, в игре. Вот за что я люблю вот эту игру. Вот за такие игровые тонкости. Очень реалистично. Если бы я мог назвать всю суть PUBG одним словом, реализм. Реализм. Именно. В точку, в точку. Очень реалистично, очень. Реализм. Как в жизни. Озвучено в странном местечке. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также смотреть закрепленные комментарии. Всех люблю, целую. С вами был, как всегда, я ваш Капрал Натурал. До новых встреч.